Друзья, всем привет! Меня зовут Олег, я директор этого кафе. Сегодня у нас на контрольной закупке вот такая колбаса, купленная в магазине «Пятерочка». Немножко отходим мы от светофоров и фикс-прайсов. Давайте будем теперь проверять и «Пятерочку» также, и «Магниты», и другие магазины. Купленная по акции за 84 рубля. Без акции же она стоила 199. Очень хорошее было предложение. 84 против 199, когда она без акции. Варшавская. Традиционная. Вот, посмотрите пока сами этикетку, а потом я вам зачитаю. Годно до 30-го. Она у нас августа 2021-го. Сейчас 5-е. Ну, в принципе, еще нормально. Идет она в вакуумной упаковке. Но только имейте в виду, ребята, обязательно проверяйте именно на вакуумность. Если будет разгерметизировано, то это уже будет не, ну, плохой, некачественный продукт. Можно отравиться. И видите, я не могу прочитать здесь никакого состава, ничего, потому что он вот здесь. Сейчас, когда открою, уже тогда прочитаю. Вообще, мы как бы любим брать колбасу, вот такую, всякую разную. И что я еще... Ой, ароматная. И еще я что заметил, что написано, смотрите, традиционная, краковская. То есть, теперь краковская традиционная с новым названием. А я прекрасно помню, что мы вот такую краковскую брали. Ребята, пахнет классно. Но копченость, не очень сильно копченая, пахнет прям реально копченая. И она вся жирная. Она вся жирная, жирная, жирная. Прям вот жир. Жир жирущий, блин. И копченость прям хорошо чувствуется. Немножко, как бы, знаете, более, так скажем, копченость ближе к жидкому дыму. Но все равно запах копчености прям классный. Она идет, да, вот эта вот упаковка, так сказать, это кишка. Это не целлофан. Вот, можете посмотреть. Видите, тут здесь вот хорошо в этом месте видно, что это кишка. Ну так что, прочитаем мы теперь. Ничего мы не прочитаем, ребят. Как тут состав читать? Видите, прекрасно. Я сделал все, что смог. Они умудрились его так сделать, что... Нет. Нет, я не смогу прочитать. Там все вот так вот, затушевано. Ладно. Не это нам важно. Смотрим в разрезе. Видим такие вкрапления, как желатиновые, да? Ну и давайте разломлю. О, вот тут хорошо видно, что это у нас все-таки кишка, да? Ну, в принципе, розовенькая, хорошая, но ароматная, приятная. Давайте пробуем. Колбаса не так часто у меня на обзорах бывает, хотя покупаю всегда. Хорошая. Ребят, хорошая. 84 рубля. Вес у нее 350 грамм. 350 грамм, 84 рубля. Отличное предложение. Очень хорош. Единственное, что вот этот момент, сейчас я вам расскажу. Многих может это, конечно, не понравится. Вот про тот желатин, который я сказал. Видите? Ну, его видно. Он, его не так уж много, но вот видно, вот здесь на разрезе видно. Видите, желатинчик такой вот этот вот. Как его назвать, не знаю, как холодец, только как студень, только такой более плотный. И вот он очень плотный. Если бы он был немножко, так скажем, помягче бы, так понежнее, было бы прям классно. Но он такой жестковат. Именно вот этот желатинчик, он прям жесткий. Он прям жестковат. Но в любом случае она вкусная, ароматная, жирная. Есть можно прям со шкуркой. Хотя шкурка, смотрите, очищается хорошо довольно-таки вот. Снимается, если кто брезгует. Я, например, могу и со шкуркой есть. Вот, видите? Классно. 84 рубля, 350 грамм. Вот такой вот батон колбасы. Шикарно. Шикарно, хорошая скидка. Но это по скидке. Ребят, если кто скажет, что вот что-то там, все равно ты живешь в каком-то городе, у нас там это очень часто, где эти все скидки акции, они периодически вот так по кругу ходят, повторяются во всех магазинах, во всех городах. Соответственно, приблизительно, если в нашем городе уже есть скидка на эту, а в вашем, к примеру, нет, она обязательно будет.
Либо уже тоже есть, либо обязательно будет в ближайшее время. Они очень похожи, у них вот эта вот сеть, она работает, менеджеры вот эти все, там, мерчендайзеры, они все вот это вот, как она называется, вот это вот, не алгоритм, она, в общем, ну, ладно, не суть. Логистика вот эта, она у них вся работает, в принципе, одинаково, они все мониторят, все это, так что не переживайте, можете смотреть с любого города и уже примерно представлять разницу. Друзья, пока, на следующем обзоре будет вот такая вот колбаска у нас. Давайте.